Друзья, здравствуйте! Сегодня пятница, и я отправляюсь в деревню за петухом, которого мне купили на ярмарке для рыбалки, на нахлост. И посмотрим, какого петуха предлагают сегодня в наше время деревенские ярмарки. Фотографии вы сейчас увидите. А пока едем, увидимся в деревне, в поселке Приволжье. Весна прекрасна, но впереди лето, и готовимся к летней рыбалке. И как говорится, готовь лыжи летом, а нахлыст зимой. Вот, друзья, наш Петя петушок. Ох, хорош! Петя, ты нам дашь перышки для нашего нахлоста? Ну-ка, ответь. Да, говори, молчи. Вот он, согласный. Ребята, сколько можно сделать мушек из петуха? Вопрос ко всем. Жду ваших комментариев. Вот такой Петя. Давай, ну что ж, будем вязать мушки. Наш зритель ждет нас, петушок. Петя согласен. Увидимся на канале. Повяжем мушки. Ну и, конечно же, кто же варил уху из петуха? Я сварю и покажу вам, как это выглядит. Это будет одно из следующих видео. До встречи, друзья! Увидимся. Увидите, как Петя отвечает. Счастливо!